Бабаджаняна спросить что-нибудь, его концерт в его честь, что вы скажете? Для меня это человек просто легенда. Я, значит, недавно, значит, в Москве в Заряде состоялся, значит, концерт, значит, под управлением Гергиева, значит, Мариинский оркестр. Это был концерт, посвящен столетию таких великих композиторов, как Бабаджанян, Мирзоян, Арутюнян. Да. И это я просто побывала в таком волшебном мире, я узнала, что такую классику, я просто думала, что вот пишут эстрадные песни, я узнала столько много. Я пришла к Гергиеву в перерыве, я говорю, боже мой, как вы играли, какая музыка божественная, боже мой, что нам теперь делать, артистам после такой музыки, какой мы имеем право выходить на сцену. Спасибо вам большое, всех благ вам, спасибо. Любовь,